Здравствуйте! Сегодня покажу, как сделать вот такую маску из бумажных полотенец. Отрываем от рулона две полоски бумажных полотенец. Склеиваем их между собой. Край промазываем клеем и подворачиваем. Переворачиваем на лицевую сторону и закладываем 3 складки. Складки промазываем клеем и хорошо прижимаем. Берем резинку длиной 24 или 25 сантиметров, сшиваем ее края или завязываем узелком. Потом снова переворачиваем на изнаночную сторону. С боковой стороны на маску одеваем резинку и фиксируем ее клеем, подвернув край. И хорошо прижимаем. Вот такая маска у нас получилась.